Приветос, амигос. Ну что, не будем дослушивать в этот раз этого психа. Кто-то верно подчеркнул, что это не самый, скажем так, интересный персонаж во вселенной Бэтмена, это загадочник. Вот, но ввиду того, что его сыграл Джим Керри, да, в фильме он получился очень такой неплохой, в общем-то. Но здесь это не Джим, поэтому смотреть на него кому нужен. Сам по себе злодей, конечно, на редкость фуфломициновый. На мой, не только на мой взгляд, но сейчас он захватил каким-то образом женщину-кошку, которая крута настолько, как будто у нее яйца есть. Вот, но как-то ему это удалось, надо ее теперь высвобождать. Вызволять надо кошарку-то. Все спрашивают у меня, где я скачал обновленную версию игры. Я нигде не скачал обновленную версию игры, у меня старая. Я просто пошел, докупил себе оперативы. Тут, как сказали, что тут 10 гигов требует. Пришлось мне еще одну палку, планку эту 8-гиговую. Палку купить пришлось. Планку 8-гиговую пришлось, да, купить. Теперь стало 16, лаги кончились наконец-то. То есть требования у этой игры, по сути, ну, на данный момент, наверное, самые космические из тех, что я видел. Надо на моей видяхе поставить Assassin's Creed Unity, проверить, как он будет работать. Но хрен с ним, с этим Unity. Скоро Синдикат выйдет, а там, я думаю, классическая юбисофтовская оптимизация, вернее, полное ее отсутствие будет, и уже там можно будет испытать. Так, опять толпа мужиков злобных. Сколько их там? 5 штук. Первым огребать будешь ты. Он подсвеченный, он, наверное, основной. Тут никого нету со щитами, никого нету с электропалками, я надеюсь. У меня с ними какие-то определенные проблемы в бою, потому что возникает. На, какие странные удары, интересно, все-таки. Какому стилю боя обучен Бэтмен? Интересно, кто круче, Бэтмен или тайский боксер? Я думаю, тайский боксер... Ну, если без костюма дрались бы, конечно. Тайский боксер бы, наверное, ему лоу-киками ноги быстро отсушил. Ну, просто меня как-то друг один спросил, говорит, какое боевое искусство ты считаешь, ну, самым крутым, самым сильным? Говорит, я думаю, армейский рукопашный бой. Я говорю, а я думаю, тайский бокс. Потому что все чемпионы по боям без правил, так или иначе, содержат свои техники и элементы из этого боя. Так, хрен. И игра нахер вылетела. Чуть подальше уже во время боя. Заспойлерю, что сейчас будет драка. Черт бы побрал эти вылетающие игры. Кусок дерьма. Значит, тут мы видим необычный пол, который под напряжением. Для обездвиживания наступившего. Вот мы находим эту кошку, над которой по какой-то причине не надругались. Вы посмотрите вообще на ее уши. У нее не... Ну, как, наверное, новый ведущий проекта Армата, судя по всему. Как она вообще там молнию застегнула? Сейчас-то выгляди. Хотя, может, дырку он ей где-нибудь там проковырял на заднице? Давайте посмотрим. Нет, камеру не дает повертеть. На какой хрен связывать такую тёлку, если ты не собираешься над ней надругаться? Загадочник, ты импотент? Ну и тут какие-то элементали, видно, напрыгнули. Вот, начался с ними бой, я выбрал кошку, и игра вылетела нахрен. Надеюсь, что больше этого не произойдет. Наступать на эту поверхность, как я понимаю, нельзя, да? Поэтому я их лучше здесь подожду. А, Бэтмену можно наступать, херы. Бэтмену все можно. Почему я выбрал кошку? Потому что, ну, за Бэтмена наиграться в этой игре еще успею. Хотя в предыдущей части, по-моему, давали и Робина, и не Робина. Парный решающий удар заодно переключает персонажа. Вот. Я включил специальный добивающий прием, и игра зависла. И тут становится понятно, что это роботы какие-то кислотные. Да, боевка красивая. Однокнопочная, но красивая. Особенно красиво, когда она не вылетает, сука. А у кошки никакого суперзрения нету, да? Да, на ней надет стильный ошейничек.
Just stand there, Dark Knight. Take that rocket fuel roadster of yours and make your way to the Cauldron train yard. Садись в свою супертачку и едь. Я думал, мы все здесь решим. Дерьмо какое-то. I'll be back. А что такое-то? А, все заперто. Ну, конечно, мы же не можем там каким-нибудь взрывчатым гелем взорвать деревянную дверь. Но у нас не для этого, нет. Взрывчатый гель у нас. А только обветшалые стены и рушат. Он такой супер навороченный челомыш, но при этом он не может открыть дверь. Лох чё? Так, где моя тачка? Надо на улицу выйти, да? Тут, наверное, не проехать. Судя по тому, что он сказал, садись в свою супертачку, испытание будет для супертачки. Переправить автомобиль? А я еще не переправил, что ли? Твою мать, это что еще? А, ну да, гопники по привычке пытаются остановить. Аж какими надо быть тупыми. Я помню, что в Робокопе бандиты при виде Робокопа разбегались. Но, сука, при виде Бэтмена они почему-то пытаются навалять ему триндюлей. Какой же Бэтмен не авторитетный? Выбор задания. Так, и чё? Ты мне прочитать-то хоть можешь дашь, что за задание? Краткое изложение дела. Загадки, награды. Я чё-то не вижу здесь задание про кошку. А, хотя нет, вот написано. Пройдите испытание в депо Калдарона. Одолейте загадочника, спасите кошку. Это не обязательный квест. Видимо, кошка не такой классный союзник, чтобы ее спасать. Она того не стоит. Депо Калдарона, оно, сука, как назло, далеко, блядь. Это депо Калдарона, да? Месть загадочника, да. Рядом с этим мостом, по сюжетным, кстати. Тачку забрали. Может, здесь как в GTA? Можно сесть на любую машину? О! Да, сука, не на нее залезть, имбецил, в нее, внутрь. Понятно, Бэтмен, наверное, брезгует. Не моего уровня точила, да, Бэт? Или ты, наверное, без автопилота и примочек уже ездить разучился на этой, на дрыгалке, как его? На ручной коробке переключения передач. А, вот он, пробел, пробел, пробел. Появилось ускорение. Да здравствуют полеты. Как там сказали, надо спикировать, тогда он разгонится. А, ну да. Тут, наверное, War Thunder'цы хорошо в Бэтмена играют. Они там умеют на самолетах летать. Мы теряем инерцию. Бэт, давай. В принципе, полетами тоже довольно быстро можно передвигаться, можно и без машины обойтись. Еще вопрос, как быстрее, полетами или на тачке? Ну, просто тачка фишка этой части, поэтому хочется как бы на машинке ездить. Что-то я ничего здесь не вижу. А, она внизу. Опять какие-то гопники нарвались. Чё, суки, на стенах рисуете, ёб твою мать? Почему-то включилась вот эта хрень. Супер убиваторство. Я вроде на них не из засады нападал. Ой. Пропущенный. Ну чё ты стоишь, понтуешься? Пошли кошку спасать. Стоит, что-то, блядь, разминается. Типа, ну посмотрите, какой я крутой. Жаль, что никто этого не видит. Ты здесь один, чувак. А здесь машина почему-то вызвалась, смотрите. Вау-вау, тихо-тихо.
Да, это испытание для тачки. Вся игра, видимо, здесь на этой на тачке завязана будет. Надеюсь, он меня не гопанет сейчас на мою тюнингованную Lamborghini. Интересно, как он эти проекции делает? Я что-то не вижу проектора. Колпаки своей машины. Где тут колпаки-то? Ты просто завидуешь, у тебя там машины вообще нет. Я что-то не видел загадка мобиля у тебя никогда. Было бы интересно посмотреть на этот зиппер. Сейчас ты своим стеклянным взглядом смотришь на механизм, который настроил так, чтобы он реагировал на сверхточные импульсы радара. Скоро я дам тебе расшифрованный код, темный рыцарь, но сперва, пожалуй, пробежимся по правилам нашей игры. Бля, может в монополию рубанемся лучше, а? Как я ее разгадал? Мне написали, нажми кнопку, я нажал. А вот и финиш. А как тебе такой ответ? Она треснула? Да, она лопается, смотрите. Или мне кажется. Я выдаю желаемое за действительное, да? Черт, вот куда надо было ехать. Как там турбин-то юзать? Ах ты, ёб твою мать, хитрожопый ублюдок. Херня, бывает. Сука, да ты будешь ехать или нет? Опс. Как хорошо, что у меня их... Да что происходит? А, здесь закрыть можно было? Я думал, по трубе объехать надо. Нормально, нормально, все нормально. Два сантима допустимо. Давай-ка, опачки, поехали. Давай, тащи, тащи. Принц Персии ногами так бегал. А ты на машине это делаешь. Сука, а чё не долетело-то? Охерел, что ли? Блять, в чем дело? А, давай, сука, цепляйся! Блять. Надо было шины Пирелли ставить. Управление воздушным потоком, я хочу сказать, вообще не работает. Вот что ты выжмешь, что не жмешь. Может, надо только именно что-то одно нажимать, все остальное вообще отпустить? Нет. Я базарю, что WES вообще не работает. И что делать теперь? Это вообще не проехать, ёб твою мать. Пиздец, какое дерьмо. Ёб твою мать. Бэтмен, я твою машину, бля, рот топтал. Ёбаный Запорожец, бля. Лучше бы ты на приоре ездил. Как работает эта ебучая нитро? Его, блядь, надо нажать или давить? Я не понимаю. А он никак не работает, по-моему, вообще. А, так его нету. Ну-ка, сейчас попробуем. Ай, блядь. Я теперь понял, почему говорят, что заебешься это проходить, потому что это полное говно. Так, может, блядь, на геймпаде это только работает? У меня что-то появилось такое подозрение. Да,
Да, на геймпаде, блядь, она... Сука, дерьмо, блядь. Как на геймпаде турбину делать? Да, вот на геймпаде она делает выше-ниже, а больше она никак не делает. Единственное только, что на геймпаде управление говенное. И этой обоссанной турбины вообще не хватает ни на что. А, здесь была вот эта херовина. Ты пиздец. И как я это должен был узнать, мне интересно. Пойду-ка я сюда. Не, на геймпаде ездить, конечно, попроще. Если бы мне кто-нибудь сказал, что там вот это говно выезжает. Ты что делаешь, блядь? Ёбаный ты, блядь, сука. Сука, драндулет, а. Вот этот момент, сука, истины. Они тут подсказку про управление воздушным потоком спилили. А чё, я не успел, хочешь сказать, что ли? О, чётенько. А, это круги еще. Да ты заебанец, блядь, сука. Ебучий загадочник, чтоб ты сдох нахрен. Когда он успел трассу переделать? Это было сильно. Но это не отменяет того факта, что на клаве, повторюсь, не работает планирование воздушное. В полете невозможно. В ЕС не работают вообще никак. Это от меня не зависело. Это что за хуйня? Ты заебал меня, слышишь? Блять, петух. Так, мы справились. Идеально. Вообще неплохая миссия, если забыть про неудачи с трамплином. Да, сучка, отсоси, придурок. Понял, кто батя? Вау. Such a pity the laws of physics prohibit me from testing my non-Euclidean designs. Now then, detective, hop on the pressure pad beside me. На какую кнопку около тебя? А, приста надо получить. В приюте прямо перед женщиной кошкой появился целый ряд стеклянных шкафов. Да, Эдди. Она с ним заигрывает мутно, мудро. А. Менее полезные ключи — это ключи, которые скроют малополезное содержимое твоей головы и покроют им стены приюта. Шутник. А как? А, подожди, рисуночек. А, по центру последний. А, блять, давай, давай, давай. А с какой стороны смотреть? Не с той, где прямо. Вон он, последний. Вот этот. Окей,
Batman. Let's see if you're as smart as they say. Да я гениален. Еще 8. Пройдите круг менее чем за 42. А, за минуту. Но за это левел дают. Дайте-ка я пройду. Я пока я на горяче. Как там это? Блять, успел геймпад схватить. Сейчас, пока я помню, как тут ехать. Ой, давай, родная. Не знаю, зачем они там нарисовали стрелки, чтобы я сделал еще кульбит какой-то там невероятный. И так сойдет. Да ёбаный в рот! Сучара, блядь! Надо перед самым носом, что ли, нажимать? Типа я не наездился еще на этой тачке. Хочу еще. А, как круто! Бэтмобиль, езда, вэу! Ну? Чё, я обосрался, что ли? Нихера подобного. Начать испытание заново. Сейчас я левел-то здесь лупану. А когда еще на бэт-тачке дадут поездить? Давай, входим в поворот. Нежно. Так Шумахер не ездил. По краешку херакс, турбинка. Аккуратненько. Аккуратненько, пушистенько, нежненько, херакс, давай, зашибись. И проехали, прошли. Осталась самая Фуфляндия. Трамплин, эту суку мы уже знаем. Как работает это говно, без паники. Разгон. Убрали. Блять, я твою мамку делал, ёбаный загадочник, сука, пизденыш, блять. Ты нахуй пошел, слышишь? Гандон, блять, да пошла нахуй. Ну почему, сука? Все же нормально было. Дерьма кусок, блять, ёб твою мать, а. Да, неудача, хуяча неудача. Пошла в жопу, блять. Нечестно все. Хуёво тут работает. Не откалибрована дорога, нихера. Я, блять, найду сейчас 800 причин, почему это говно, блять. Молча сосредоточено, сука, надо взять золото в этой дисциплине. Блять, сука, не та кнопка, понятно все. Последняя стадия бомбежки включилась, когда уже педали начинаешь путать. Но две звезды, две светлых, пошла ты нахуй, отлично мне пойдет. Я манал это испытание, блядь. Дерьмо. Загадочник лох. Ну чё, вези меня отсюда, ёптать. Oh, Dark Knight, you sweet, naive sentinel. Of course it wouldn't. But now ты себе льстишь, загадочник. Терабайт рабочих характеристик последней модели ракетной машины, что ли? А, он ее сканировал все это время? Или он ТТХ с нее собирал? Чувак, давай армату сюда тогда загоним, посмотрим, что может. Чё дальше-то, болван, блядь? Куда надо? Надеюсь, там хоть не гонки будут. Господи, да ты можешь быстрее ехать своим лифтом.
Ну, выбрать следующую загадку. Блять, километр до нее ехать, ёп. Опять бомба, что ли? Ёп твою медь. Вы уже видели, как интересно их разминировать? Я уже показывал. Чё за звук? Где моя машина? Ёб твою мать, сейчас машина по мини бы как проехала. Это был бы номер. Чё такое? А, и конечно же эти уроды понаехали. Ой, бля, детский сад. О, нифига, это что такое? Блядь, ну их все больше и больше наезжает. Причем их ваншотую в башню-то. Все, мы закончили, сучьи дети. Чтоб я, блядь, еще хоть раз эту бомбу разминировал, а? Юху, какая радость! Что у меня там на левел набралось? Тачку прокачать. Броня. Перезарядка форсажа. О, а то на следующем испытании мы обосремся без форсажа. Так куда ехать-то, загадочник, ёпта, где дорога, где маркер-то? Болваночник это, а не загадочник. А, вон, навигатор появился, шикардос. Он тормозит этими закрылками еще, да, куча, ну вообще. Балансинг акт. Про балансирование что-то сейчас. Надеюсь, тут не варгейминский баланс, потому что иначе я не пройду никогда эту миссию. А, ну что же, темный рыцарь, не желаешь ли еще? Чувствуешь себя скромнее? Я ведь подарил тебе возможность хотя бы краем глаза увидеть мое величие и начать осознавать твою ничтожность и бессмысленность твоей жизни. Эти испытания, мои шедевры, детектив, после моей победы над тобой, они станут памятниками моему гению и символами твоей глупости. Толпы школьников будут набиваться в этот лифт, чтобы лично узреть то место, где подох темный рыцарь. Они, конечно, ничего не поймут, но приходить будут непременно. С гвоздичками, с веночками. Отлично, напугал просто до обоссачки. Давай, где загадка? Поехали. Ниблер, давай в шахматы играть на выживание. Да, ну судя по тому, что здесь-то опять трасса, опять будут гонки какие-то, да? Что даже? Подключить этот пульт? Вот этот, что ли? А, надо проехать, что ли? Блять. Wrong button. Ну, на Ctrl, а у меня как на джойстике это говно. Подожди. Это вообще для машины? Easily defeated.
far too attached to that fancy tank of yours to solve this one. Да, дело в том, что на джойстике вот эта кнопка, которая вот это делает, она перестала работать, то есть Бэтмен теперь выпрыгивает из машины при нажатии на эту кнопку. Блять, что у меня просто... Ах, вот тут в чем балансинг. А-а-а. Нифига как круто. А я теперь могу сходить сюда, да? И чё? Ёб твою мать! Да, блядь. Ну и загадка, сука. Мне кажется, что если я сейчас уберу вот эту хрень, то успею заехать, да. А здесь-то как? О, блядь, неужели с разгона? Быть такого не может, это бред полный. Лебедку никуда не примотать? Да не, она с разгона не проедет здесь. Чушь полная. Она сразу вниз начнет падать. Что ты делаешь? Блядь, что ты делаешь, инвалид, ёбаный? Ой, сука, дебил, блядь. Загорелась же наверху. Нет, надо было вниз переместиться. Наверняка есть какие-нибудь кнопки, которые надо понажимать. Ага. Что это такое? Нет. Бери эту хуйню. Надо загнать сюда тачку и электролебедкой. Это говно включится. Но как сюда загнать ее, если здесь такая жопа? А, тут подсказки какие-то, смотрите. Это загадка с весом, я ее понял. А вот как... Там, где... Там, где я тачку оставил, вот это, блядь, вопрос. Я не верю, что она с разгона там перемахнет. Просто невозможно, по-моему. А здесь что нарисовано? С юзом. Ага. Да все равно бред полный. А? Каково получилось-то как? Не правда ли? Чудесно. Что это такое? А сейчас там выехала какая-то херня появилась. А, при наезде на эту кнопку эта херня убирается. А-а-а! Так бы, блядь, и сказал. Фу ты, блядь, элементарщина. Все на внимательность. Но это слишком примитивно, я просто глазам своим не верю. Дистанционное управление Бэтмобилем? Да нахера? Все, он... Просто делается раз, проехал.
А это опять качели, да? Сейчас. Я понял, где самый пиздец здесь. Вот тут в конце, блядь. Это просто ебануться. Да, блядь. Ну, пиздец. Сложность еще в том, что на клаве это все не очень удобно делать, по-моему. Shift и Ctrl, их, блядь, мизинцем надо нажимать. Это... Да ну нахуй, ну просто, блядь, Бэтмобиль до туда в жизни не долетит, мне кажется. Ты, блядь, ебала полнейшая. А вот сейчас, я так смотрю, получилось так, что... Эта палка, которая там внизу, она под трамплином, она не дает опуститься. Может, так можно как-то пролететь? Вообще жалко, что лебедки нет. Не, ну с такого ракурса она точно никуда не сможет. Никуда не долетит. Слишком маленький угол, она не подлетит тупо. Понятно, здесь надо, походу, на геймпаде, чтобы планировать. Потому что без геймпада эта тачка вообще ни на что не способная. Так, где там сзади? А, там сзади, вон, разгоночная площадка. Разгоночная площадка, на которую, блядь, невозможно заехать. Если я съеду, она не начнет подниматься? Не начала. Так, это говно там торчит. Вроде торчит. Жигули ебучие. А я понял, в чем прикол. Надо было трамплин вот так зафиксировать, чтобы он стоял на этой красной перекладине. А когда уже взлетишь и будешь уверенно лететь, нажимаешь тогда переключение и... Сука, да, блядь. Тут попробуй догадайся до этой хренотени. Меньше, чем с миллиона попыток. А, так, значит, быстрый старт. Да, кое-как. Охренеть просто можно. Смешно дураку, бля. Не та кнопочка. Ну вот на геймпаде вот это, мне кажется, удобнее проходить. Ага. Ух, блядь. Нервы мои, нервы. Буква А, левая сторона. Так что ли? Oh joy. Time to play the will my head explode game again. Играть в игру взорвется ли моя голова? Буква А, левая сторона. Левая сторона. Если стоять у... то слева. Luck, верхняя. Ну, я так понимаю, что вот это. Да помилует нас. Да помилует нас Всевышний. Ой, было бы интересно посмотреть, как у нее башка взрывается, вам не кажется? Просто не знаю, где автосохранение, далеко ли. Нет? Блять, еще 7 загадок, ёб твою мать! Надо ее наверху оставлять. А что это оставил? Ключик бонусный, что ли? А, я забрал.
Отпразднуй свое спасение. Да давай не выебывайся, открывай дверь уже нахер. Я не собираюсь 2 часа, блядь, эту серию записывать, сучка драная. Блять, возвращайся в приют теперь. Пиздец полный. Я так и буду кругами, наверное, ездить, ёб твою мать. Жесть какая-то. Ладно, тогда я буду вырезать хотя бы езду от приюта до приюта, потому что, ну, иначе полная жопа. Сейчас он что-нибудь договорит, вдруг кому интересно. Масштаб твоей мысли, как писька у пекинеса, очень маленький, так что можешь им не козырять, чмырдей. Они сделали очень долгие лифты, и чтобы скрасить в них поездки, они решили поназапиливать здесь его монологов. Лучше, по-моему, он молчал, но лифт доезжал секунд за 10. Да, тем более правильно, что решил вырезать, потому что машина сюда не может проехать из-за поднятого моста. Поэтому опять пришлось 5 минут этих полетов на трассу, не самых интересных, да, которые, ну, первый раз это оригинально интересно, но потом надоедает. Какой вопрос нельзя задать, если ты неотразим? Щипать, копать. Вот это да, не то, что загадка в Ведьмаке этого зеркального мистера Зеркала. Такой вопрос можно задать, только подумав. Переключатель управления механизмом головоломки загадочника можно активировать попадание батаранга. Какой вопрос нельзя задать, если ты неотразим? Какой вопрос можно задать, только подумав? Блять, а как я должен ответить на это? Ударом батаранга в цель, это же бред собачий. Может, вот эта подсказка? Левый? Но в отражениях-то все одинаково. Или надо найти различия какие-то? Блять, тупизна какая-то. Ну, блять. Ну, пусть будет этот. Какая нахуй разница. Ай! Тьфу ты, блять, тупой ты уёбок, а. Ты бы сказал, что тут надо это говно нарисовать. Теперь что, точечку надо пододвинуть? Или что? Все же нормально было. Точка нужна. А где ее возьму-то? Может, она под каким-то углом отразится в этой... В этом камне? Нет, наверное, надо просто переместить все это, чтобы оно было не в эту сторону. Да ёб твою же налево, а. Наверное, развернуть, чтобы он тоже ко входу был. Вот так вот. А это говно почему-то против часовой стрелки вращается. Ты доволен?
Нет, он недоволен. What you're trying to do? You're testing my patience, aren't you? Trying to drive me insane as I watch you struggle with that riddle. Well, ha, Batman, ha, ha. I've made it easy. Now all you have to do is stand in the right place and scan. Загадка некорректна, блять. Вернее, она просто тупая. Ну вот. Что надо-то? Все идеально совпало. Пиздец полный. А, может это... Может здесь, блядь, что-нибудь нахуй в описании напишут? Чё хочет от меня этот ебланище, это, блядь, тупорылая, нахуй, как с этими, блядь, уебанскими загадками, блядь, даже, сука, нормальную не могли придумать. Хуйню какую-то сделали, блядь, пиздец. Чё, ёпту, я составил твой крестик, нахуй, чё тебе ещё надо, олигофренище ебаное? Сканировать загадку. Ну, сканировать загадку, и чё, блядь? То есть вот это не сканирование. Сканирование это вот это, блядь. Сука. Я тебя презираю, блядь, а. Ну это пиздец полный. Просто полное говнище, я, блядь. Да, написано на экране, что нажимать, блядь. Но вот это, оказывается, не сканирование, нихуя. Это, блядь, просто зрение детектив. Вот, сука, сканирование. Надо было бздынькнуть нахуй здесь сканированием вот этим охуительным. И тогда... Каким-то хуем механизм этот срабатывает, блядь, и это просто пиздец полнейший, блядь. Почему нельзя как-то более по-русски это все делать? Просто собрал этот ссаный крестик, все, вопросик, готово. Нет, блядь, сканирование надо юзнуть, нахуй. За каким хреном, блядь? Здесь мало мозгоебства в этой игре, что ли? Надо добавлять периодически. И чё? Ты тут, блядь. Фэншуй для серийных убийц. Ну а ты встань на ту кнопку, блядь, ещё, и всё. Тут больше кнопок нету. Сейчас я просканирую своим, блядь, сканером всё решу. Сканер, чини. А, опять? Так. Без взаимовыручки, и чё? Два. Там цифры какие-то, один. А, то на скорость надо было, что ли, 5? Теперь эта баба должна это все сделать, да? Блять, это сложно. Вот особенно за нее. Она просто не успевает все это говно делать. Не прицелиться. Two questions and two answers, children. But which goes where? Просто, блять, сука, надо ближе встать, наверное. 3, 1, 4, 5, 2. А чё? Может, эти цифры вообще ничего не значат? Ай, блядь.
Давай, сканируй свою хуйню. Объясни мне, что тут надо делать. Ну, может, кошка, блядь, какую-нибудь мысль умную выдаст, потому что я нихуя не понимаю, блядь. Дорогая, мы тут можем с тобой долго сидеть. Мы, блядь, охуенно долго с тобой можем тут сидеть, потому что это полный пиздец, блядь. Нас поймал психопат, блядь, долбоёб, уёбок, три в одном, блядь. Как, сука, Head and Shoulders, только смесь, блядь, из говна, нахуй. И чё он, блядь, там загадал? Сука, одному богу, нахуй, известно, потому что он долбоёб. Чё ты, блядь, молчишь? Ты мне можешь что-нибудь сказать, нахуй, что делать надо, овца ёбаная? Нахуй ты мне нужна здесь? Нахуй я тебя пошел спасать? Кому ты обосралась, блядь? Кошка, 300 лет она нахер никому не нужна была. Спасать ее. Да пошла ты нахуй, блядь, тебя спасать. Ёб твою мать, это пиздец какой-то, блядь. Чё за загадка? Чё тебе надо? Кретин ебаный, блядь. Чё ты хочешь? 5 вопросиков. Нахуй мне твои 5? Да чего, блядь? И что? Ну где подсказки-то, ёб твою мать? Старец фура, блядь, сука, больше подсказывал. Мудила, блядь. 4-1, что это нахуй такое? 4-1-11. Где я тут, ебать, крестик 11? Я не вижу. Че, надо цифры какие-то набирать, что ли? Нахер они обосрались, блядь. Давайте посмотрим, что будет, если кого-нибудь, может, в правильном порядке надо просто это сделать все. Ну да. Удивительно. Как интересно, блядь. Феноменальная загадка. Угадай, что следующее. А то, что там пишут, это вообще не важно. Кошка справилась со своим говном. Теперь тупой Бэтмен. Не та. Не это. Не это. Не это. И не это. Тогда какая, блядь? Сука, тварь. Ой, блядь. Наконец-то старая добрая драка, чтобы снять этот стресс, блядь, от этих тупорылых загадок. Нахер парный решающий удар, каждый сам за себя. Да если бы ты, дура, к нему не попалась, блядь, ничего бы сейчас не было, овца. Сука, бездарность. Какой ты нахер супергерой, если такой придурок поймал? Все, нахуй. У меня больше нет нервов. Еще впереди 5 сраных загадок. У меня уже всю жопу разбомбило. Пошел он нахуй, это загадочник. Это просто, блях, сука. Как бедные дети проходят это говнище. Но я начинаю догадываться, почему на Ютубе у некоторых частей Бэтмена, особенно связанных с этим говнозагадочником, блядь, так дохерища просмотров. Как в свое время у Южного парка, в общем-то, где дети пройти не могут, надо посмотреть. Что-то жопа у нее подсдулась. Все, короче, продолжение. Продолжение. Сейчас надо скриншотик сделать. Херакс. Все, продолжение следует.